Проект «Чернокоин», выпустивший цифровые монеты с высокой степенью защищенности и конфиденциальности, объявил о замене токенов. Новый «Чернокоин», как и его предшественник, будет основан на технологии криптонод Monero, но получит больше вариантов обмена. Новинка будет использовать цифровой кошелек Stellar Wallet. Команда проекта уже объявила о старте сбора информации от владельцев токенов о суммах, которые будут предоставлены ими для замены. У владельцев «Чернокоин» есть всего 15 дней, чтобы успеть связаться с разработчиками и подать заявку на обмен.